Продюсер этого фильма и исполнительный директор компании Extreme Workshop, которая, в принципе, стала спонсором всего этого проекта. Идея снять фильм о downhill скейтбординге появилась у меня еще тогда, когда я только начал работать в этой индустрии. Осуществить эту идею и превратить ее в реальность помогла мне студия Audifilm. По горному серпантину у тебя открывается прекрасный вид гор с их величием и просторами. Ты катишься вниз по дороге. Это нечто иное. Это как гонки Формулы-1, только на лонгборде. Здесь тоже надо понимать принцип входа в поворот, контролировать скорость, знать, что такое апекс, уметь пропускать и обгонять. Надо понимать, что ты едешь по дороге, и на ней ты никто. Каждое утро мы вставали в 5-6 часов, завтракали, собирались и выезжали снимать. Дорога занимала около часа. Это было очень тяжело, потому что ехали мы долго, были сильно уставшие после предыдущего дня. Погода нас обычно не радовала, но как только мы выезжали на дорогу и видели Эльбрус, это очень нас приободряло. Мы прямо заряжались его энергией, его позитивом, сразу хотелось кататься, хотелось снимать, потому что те виды, которые там открывались, были просто сумасшедшими. Это действительно горы, очень мощные, очень высокие, с их величием, с их простором, с их какой-то особой энергетикой, которую можно ощутить именно только там, в том месте.
касается выбора спота, то для меня он был естественным, потому что Эльбрус является моим любимым местом отдыха уже много лет. Наверное, лет 6 назад я попал туда первый раз и был поражен как красотой гор, так и местным гостеприимством. Что касаемо самого спота. Длина спота составляет примерно около 75 километров. Он проходит через три перевала. Разница высот около 800 метров. И, естественно, это и разница в температурах, разница в покрытии. Очень интересном спуске, рядом с тремя очень красивыми шпильками, отель, который так и назывался отель, отель вдали от жен, где подавали еду, где вполне можно было переночевать, даже бесплатно, и мы, в общем, почти каждый день заезжали туда, останавливались, ели. Скейтбординг – это очень опасный вид занятия. Опасный не только с точки зрения того, что ты можешь сам как-то повредиться, то есть сам ехать под бойник или упасть, там, сломать руку, шею, но опасный с точки зрения, что ты можешь случайно попасть под авто. Например, если ты едешь по опен-роуду, где ничего не прикрыто, где тебя вынесло на встречную полосу, и ты попал под автомобиль. Поэтому мы перекрывали дорогу, когда снимали.
То есть у нас был человек в начале отрезка и в конце отрезка. Они общались по рациям, так, чтобы никому не помешать, не мешать туристам, которые катались по этой дороге, и помешать не нам. Когда мы проснулись в домике, мы поняли, что мы оказались в снежной ловушке. Внезапно пошел снег. При том, что вечером температура была более 10 градусов плюса, на утро это был мороз, это был буран. Май, летняя резина, снег. Шансов выбраться у нас отсюда не очень много. Единственная возможность — это получить цепи, без которых мы не сможем проехать выше даже на метр. Вот эти следы, который оставил наша машина, примерно за 2 часа движения. Выше ехать мы не можем. Топливо кончается. Ждем цепи. Чтобы она тебя не смогла как-то погнать. Thank you.
Каждый день с утра в интернет я захожу, и споты там ищу, чтобы прокатиться на лонгборде. Я звоню своим друзьям, собираю свой сетап, ведь скоро буду там гонять, гонять на лонгборде. И без моих стальных хит, меня тянет вниз, но я все равно, лечу на уровне птиц. И если видишь ясный день, пронесется чья-то тень, это я, на своей доске лечу. И мои друзья, дух скорости, заряд бодрости, милая, прости, сегодня не гуляю. Сегодня я гоняю на скейтборде, на лонгборде, низ-низ по серпантину. И молю я джаз, чтоб не послал машину мне, встречную машину. Что там за поворотом, никогда не знаешь. Перчатку на асфальт и доску слайд пускаешь. И время словно в слоу-мо на лонгборде. Пара километров до конца, большой клон, прямая полоса. Я в так сложусь, до сотки разгонюсь. Воздух рассекаю, визор горы отражает. Эти виды поражают, но меня не отвлекают. И над доской контроль я никогда не потеряю. Камера вверх, уезжаю в закат. Был прекрасный день, и я этому рад.